внимание в этом броске. Плотно прохожу грудью к корпусу противника. Ноги согнуты в коленях. Подбиваю его тазом. За счет выпрямления ног произвожу бросок. Чрезвычайно важно выполнять прием как одно движение. Слитно, в темпе. Левой ногой зашагивай вперед влево и подсаживайся под соперника так, чтобы твой таз оказался обязательно ниже его. Иначе провести бросок через грудь будет очень трудно. Туловище держи прямо, ноги сильно согни. С их выпрямления начинай бросок. Тяга должна быть непрерывной, чтобы не дать атакуемому остановить прием. Как говорят, сползти. Голову постарайся откинуть назад, так, чтобы видеть татами за собой. Бросай прогибом, не касаясь спиной татами. И сразу после падения начинай преследование. Выходи на противника. Бросок через грудь чаще проводится как контрприем. В нашем случае против задней подножки. Притормози соперника, не дай вывести себя из равновесия, а затем в темпе бросай его через грудь. Чтобы атакуемый не смог зацепить ногой твою ногу, можно провести бросок с подбивом бедром. Итак, бросок через грудь. Самостраховка справа-лево, начали!